Всем привет, вы на канале Twinkie Time, мы продолжаем проходить Route 96. Сейчас мы находимся в баре. В баре бригады. А, ну мы, в принципе-то, можем уже и уходить, но я хочу посмотреть, может... А, полиция, опа, полиция, полиция, это нехорошо, полиция, это плохо. What can I do for you, kid? Закрыть. Не знаю, найду я что-то тут интересное, нет? Ага, есть тут занято. Опа, чай, это что? Так это мне. А почему я не могу это взять? Так, зачем тут есть вариант посмотреть под низ, если я не могу ничего с ним сделать, типа? Не знаю, ладно, странно. Как-то странновато. Полиция мне не надо, я сейчас пойду по тихой грусти свалю отсюда. Пока. Я забираю эту машинку. Это мне. Фанни? А, не Фанни, походу, эти двое как. Хотела сказать Фред и Джордж. Подожди, а кто такие Фред и Джордж? Джош. Это. Блин, ну ладно. Уведомление о неуплате. Ваша автостраховка была отозвана в связи с неуплатой взносов. С уважением, счастливая страховка. Счастливая страховка, водите счастливо, водите с улыбкой. Спасибочки. Ехать к локации или спрятать машину? Наверное, спрятать машину, потому что... Теперь можно идти пешком, типа. Мы немножко проехались, немного прошлись, тем более, что машинка не на что. Ого, минус 3, ты чё? Я сейчас, типа, пропустила из-за того, что решила пойти пешком. Ей странно. Зачем я пинаю эти камни? Ну не знаю, они лежат просто, но я и пинаю. Правда, на дорогу, наверное, нехорошо пинать было, но... Ой, да пофиг. Вопрос от... Можно, пожалуйста, сменить пластинку, а то меня эта музыка сейчас доконает. Типа, мало ли. А вдруг, что такое? Так. Что-то так темно. Пойду пешком. Красивенько немного, кстати, тут. Автостоп, давай автостоп. Ну, не автостоп, значит. Thank you.
Я не знаю, почему иногда их заносит, когда я иду. Ну, типа, вы видели или нет покачивание вперед-назад. Тут и странные. Не вперед-назад, а вправо-влево, в смысле. За... Я хз, почему? Сломать. Деньги плюс 45. У меня сейчас 91. Можно скрести. Я победила. Плюс 5. Больно. Еще деньги. Много денег. Понял. Давай подождем автобус. 7 евро. Долларов, в смысле. Ну, давай заплатим 7 долларов. Как так? Мы почти никого не встретили. Стресс. Окей. Стресс. Unit 2 to Central. О! Come in. Экипаж 2, центральный прием. Это ж ты. Привет. I'm not a bad person. Я не мерзавец. На что уставился, мелочь? О, просто люблю полицию. Конечно. Что это такое? Не пойму, что это. Стерео. Ладно, хз. Деньги валяются. Тут что-то есть интересное. Нет? Можно спросить? Я вообще не в настроении болтать. Ну ладно уж, валяй. Нервничайте перед днем выборов. Уж постарайся не быть у границы в этот день, лады? Бригада наверняка попытается провернуть то же, что в 86-м. Ну, надеюсь. Надеюсь, Флорес победит. Ладно, мелочь. Ну, запомню. Unit 2 to Central. Come in. Unit 2 to Central. Hey. Да? Ты должен мне помочь. Что не так? Она меня в карьеры тащит. А ты... подожди. Откуда ты знаешь? Что за карьеры? Ты что, не отсюда? Железные карьеры туда отправляют подростков, пытающихся бежать из страны. Кругом. А ты? Не суйся. В карьеры? Тебе что было сказано? Не лезь, куда не просят. Да не попадет он в карьеры. Нет никаких карьеров. Он больше никогда семью не увидит. Конечно, увидит. Напомни, почему я тебе это говорю? Тогда откуда все эти объявления о пропавших подростках? Дезинформация о бригаде, только и всего. Вы же не верите, что это в самом деле? Во что? В то, что подросткового разбег лагеря нет. Мам, сейчас не время для обсуждения, я при исполнении. Окей, стресс. Это нужно обсудить, давай. Нужно. Ты вроде неплохой человек, мам, просто неосведомленная. Неосведомленная? Ну, вы либералы и смешные. Вот что, это официальное дело полиции. Машина у меня сломалась, ясно? О, ну нет, ну подливать дров в огонь прям сильно не надо. Помолчу. Вот что, я тоже всякое слышала, но это неправда. Брехня. Брехня, ага. Это брехня. Я сама мать никогда бы не отправила ребенка в такое место. Не намеренно, понимаю, но тем не менее. За что его арестовали? Послушайте, я не собираюсь... Пытался пересечь границу, лады? Значит, туда и дорога, известно куда. Хоть верьте, хоть нет.
Достаточно, мужчины, так вы оба, пожалуйста, повернитесь кругом. Пока что молчу. Давайте все выдохнем. Гражданам должно быть можно арестовывать полицейских, чтобы честными были. Ушам своим не верю. Можно прикинуться, что вы меня никогда не арестовывали? Хорошая идея. Тихо там сзади. Вообще-то это хорошая идея. Кто-нибудь знает об аресте? Нет, но... Да чё, да и всё... Я не знаю, 50 на 50, конечно, тоже, типа... Она при исполнении ее я могу понять, и их я могу понять, чё я должна делать? Почему нет какого-то варианта на успокоение всех? Вот, всех. Peace, love, я не знаю. Ну ладно. Короче, но напряжение пока не сильное. Отпустите его. Прошу, мэм, слезай на следующей остановке. Вот и все, что тебе нужно сделать. Ого, как она повернулась. Чего она так повернулась? Окей, оставьте ее в покое. Бля, я не знаю, может еще раз? Давай еще раз. Поступите по совести. Хватит мне указывать, все вы. Что тут происходит? Вы меня разбудили. Окей, давай теперь надо снижать стресс. Пожалуйста, это лишнее. Экипаж 2, центральная, все в порядке? Поступите по совести, прошу вас. Еще не поздно поступить по совести. Не говорите им про пацана. Я... У меня проблемы с машиной. Еду на автобусе. Прием. Блин, конечно, но она... Экипаж 2, мне нужен транспорт. Она отпустила его, блин, ну... А, она, конечно, молодец, но... О, май гад. Это не похоже на плач, если честно. Все будет хорошо, лада? Проехали. Ну, типа, я не знаю, не может... Хотя нет, почему я должна с этого прилететь? Никто же не знает за пацана. Ну, да. Окей. О! Трасса 96. Так это мы уже близко. Подожди, это что, уже конец? Мне сейчас выдало ачивку добраться до трассы 96 в шестой раз. Я не уверена, конец ли это, но... куда идти? Сюда. Но. Но будет прикол, если это конец. Блин, напишите мне, какие игры есть на примете у вас, которые можно снять, но чтобы были, если можно, не какие-то долгие, а так, знаешь, как вот Road, или как... Или как какая-нибудь инди, тоже такая человая, возможно, если... Если... Почему она разрушена? Кто это разрушил? Это не я. Это... Чего? Это не я. Это кто? Это деньги. Ставить деньги другим. У меня 58 денег.
Капец, кто разрушил? О, нет. О, что это? Ой-ой-ой, это ж тот пацан, который был в ночи. Где? Мы в изоляторе у границы. Нас сюда привезли прошлой ночью. Мое зрение. Они тебя избили. Поэтому. Он скоро пройдет. Мы тут вдвоем только? Нет, тут есть и другие камеры. С тобой что случилось? Тип на заправке вызвал ментов. Там был еще один подросток. Тоже, наверное, схватили, но повезли в другом экипаже. Давно тут? Слишком давно. Просто хочу, чтобы все закончилось. Перевод в карьеры. Карьеры, точно. Беглецов шлют туда, разве нет? Но будет прикол, если никаких карьеров реально нет. А что тогда? Не, ну их избивают. Это, я не знаю, как... что происходит вообще. В смысле, избивают. Куда вы его везете? Твоему приятелю назначили новое лечение. Он еще станет образцовым подростком. Вы что, на приколе? Выкинь его в унитаз. Вы чё, на приколе? Это что такое? Тебя переводят в карьеры, пойдем. Что там творится? Демонстрации. День выборов, всякие подонки вроде вас пытаются создать проблемы. Ты проблема. Они. Разве ты не видишь, что они избивают их? Макс, ты в порядке? Они его побили. Макс? Макс. Они ему все мозги выжгли. Не знаю, может ли он говорить теперь. Это что-то... Это, блядь, что такое? И тебя я помню. И его я помню. Давайте что-то это... Куда делать? Что? Что тут? Блин, это что такое? Это капец. Ну, типа, у меня была надежда, что они не до конца, ну, что это все может быть не настолько плохо, но это что? Поговори со мной, Макс. О боже, он живой вообще? Они же знают, что мы внутри. Там был этот. Блин. Только что перевернули автосак. Всем к стене. Смотри. Идем со мной, мне надо кое-кого найти. Помоги вылезти. О, хорош. Сюда, мелкота. Давай, 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 я пойду с тобой. Я ему доверяю. Типа реально. Ой, это ты! Что ты делаешь? Это не то, что ты думаешь. Роберт нашел кого-то, кто сделал бомбу по моим чертежам. Я пытаюсь ее обезвредить, но не получается. Роберт, наверное, сменил код, он тут еще говнюк.
Наверняка использовал код, которого ты не знаешь. Какие коды ты уже пробовал? Частоту радиобригады казалось... И 1986 казалось наиболее логичным. Есть идея, попробуй 6682. Сработало. Но как ты догадался? Это код нашей первой бомбы. Твой день рождения. Твои мать и отец, Алекс, Наоми и Стивен, это они сделали ее. Кодом стал самый важный день в их жизни. Мы собирались ее пустить в дело, но в последний момент возникла проблема. Когда мы с Конни пытались ликвидировать Тирака грузовиком, мы слишком много вложили, чтобы уйти ни с чем. Но мы промахнулись, и Тирак взорвал гору. И убил моих родителей. Да, и Конни. И многих других. Май гад. Почему ты мне раньше не сказал? Я думал, это толкнет тебя на радикальные решения. Заставить делать бомбы. Я не хотел, чтобы ты меня возненавидел. Возненавидеть тебя? Если бы я убил Тирака, твои родители были бы живы. Они сами выбрали мистера М, они сами себя поставили в такую ситуацию. Это не твоя вина. Ты! Возьми себя в руки. Ну, видно, что она вроде как... О май гад! Твоя мать служит в полиции? Этот голос. Wait, Papa Bear? No. You know each other? Yeah. Turns out. Так значит, я все это время болтала с тем, кого ловила. Но это же не в восторге. Любимая женщина, мент и все такое. О май гад! Любимая? Don't make me laugh. Listen. Слушай, мне жаль, что тебя тогда продинамил, струсил я. Думаешь, мне сейчас это важно? Моя мать идет на свидание с медведем. У меня сейчас мозг взорвется. Так, откуда вы знакомы? Я кое-что делал для бригады в обмен на сведения о родителях. Джон их знал. Конечно. Это правда. Мы с моей девушкой дружили с родителями Алекса. Она погибла в 86-м. Я пытался защитить Алекса, поверь мне. Вот что, я налажал, стал частью чего-то, что обернулось из рук вон плохо. Я ежедневно об этом жалею. Но я изменился. Я полицейская, а ты преступник в розыске. Ты уж извини, но как должно было сработать, не понимаю. Ну, в смысле, ну, мам, ты же знаешь, что Тирак творит с детьми. Я... Да, знаю. Ты знаешь? И ты правда хочешь работать на правительство, которое такое вытворяет? Нет, мне уже давно не охота выполнять свою работу, но я... выполняла ради тебя. Мы можем вместе перейти границу, нас тут ничто не держит. Мы можем свалить. Кто? Я? Они за меня? Сторонники с другой стороны стены прорвались, теперь сражаются с пограничными войсками на стороне бригады. Неужели это правда? Неужели революция прям происходит? Ой, а где все мои деньги? Ноль денег. Сбежать, присоединиться к драке. А я могу с этими как-то? Алло.
Понятно, тут, короче, выбор. Тяжело. Сбежать с ними может. А те, кто остались? А, ну нужно думать за себя. Ну и тех, кто остались, жалко. И что-то будет, надо же как-то это все... Возможно, сейчас лучше уйти, сэр. Ну, я присоединилась к Раке. Ну, потому что... Я не знаю. Зои! О май гад! Огонь? Серьезно? Уходите вы. Да ты гонишь. Начавшееся в тот день восстание распространилось по большей части Петри, обеспечив честные демократические выборы. Флорес выиграла с огромным отрывом, пообещала отменить большинство решений Тирака. Тирака арестовали и судили за совершенные преступления. Железные карьеры закрыли, а стену снесли. Хотя слишком рано говорить о том, что ждет страну в будущем, впервые за много лет забрезжила надежда. А это неплохое начало. Да, это конец. Окей, пока тут идут эти... Я их промотать не могу? Я могу. Окей, пускай проходят. Я типа не поняла насчет концовки. Это стандартная концовка? Ну типа, как их две? То есть сбежать мне последней или остаться? Ну, окей. Но я не поняла, от моих выборов на протяжении игры вообще что-нибудь зависит? Типа, о, привет. Окей, я не до конца узнала истории там всех остальных, да, допустим, хорошо. Но я не поняла, от моих выборов вообще зависел конец? То есть, ну, кроме, очевидно, последнего выбора остаться на драку или пойти убежать. Ну, и еще, наверное, Зои. Хотя я тоже даже за Зои теперь не уверена, насколько... Что-то я не уверена, насколько мои выборы влияют на конец и на все вот это вот. Не знаю, я не знаю. Я не поняла этого момента, но тем не менее, ну, конец такой относительно хороший, не считая того, что кучи из нас чуть-чуть убили, но окей. Новая игра плюс? Новая игра плюс? Что за новая игра плюс? А, ну понятно, новая игра плюс, типа, окей, это нам не надо. Я как бы просто посмотреть решила включить, но проходить я ее, конечно, не буду. Может быть, для себя, хз. Или что это? Тут все то же самое?
Это ж типа сначала? Ну да, это то же самое. Окей, мы это все, да, знаем. Да, это все то же самое. Хорошо, прекрасно. Можно как-то закончить? Я не могу отменить эту катсцену. Что, зажмите? А, я зажимаю, да, все, окей. Все прекрасно. Все, я прекрасно, да. Короче, пишите, как вам игра. Я уже сказала моменты, которые я не поняла. И жалко, что мы, конечно, не везде 100% добили. Но я не думаю, что там что-то слишком очень невероятное. Типа мы большую часть всего вроде как поняли. Наверное. В любом случае. На один раз игра вполне себе ничего. Есть, конечно, тут минусы, которые мне... Не то, чтобы прям сильно понравились, но в целом, как я уже сказала, на один раз игру пройти вполне себе прикольненько. Мне сказали также, что есть еще продолжение ее. Я посмотрю в Steam, я не знаю, буду ли я ей записывать продолжение, но возможно буду, я хз. Короче, да, на этом мы заканчиваем. Спасибо вам, Твинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.